Мотор. Короче, ребят, на нас, кажется, идет какая-то гроза, мощная гроза, какая-то ячейка. Пока что он не гремит, но она к нам близко. Сейчас пойду на пункт наблюдения за грозами у бабушки с дедушкой. ПНГ. УБД. ПНГ УБД. Пункт наблюдения за грозами у бабушки с дедушкой. Ух ты. Класс. Вот интересно все-таки. Вот еще пока не громыхает, да? Я по близоротенку ситуацию еще не смотрел. И фактически все близко, очень близко, но не... Ну, что-то как-то не гремит. Оттуда лучше будет видно. Там самолеты везде заходят на посадку. Но пока что вот это, кажется, не циклон или что это. В общем, потом. А накрапывать уже начал. Вот тебе и ситуация. Ждешь грозу, а под безортюнку нет ничего. И накрапывает. Ладно, может быть, еще в 9 вечера. Увидим что-то по прогнозам. В 9 вечера гроза будет еще одна. Ладно, пока что не громыхает, значит, не громыхает. Грозу и сказал, твою мать! В общем, такая гроза, такая... Так. Но там не было молнии. В общем, гора, осадки слабые. Возможно, недоформировавшиеся или наоборот, распадающиеся ЛПСы перед ячейкой. Дождик капает прям одна капля в секунду. А не 100 тысяч, как это обычно бывает в HP. Так что это 100% LP. Low precipitation. Ну и, естественно, вот этот вид показывает мне, что вся туча кончается буквально через пару километров. Жаль. Ладно, встретим грозу в 9. Скоро дождь пойдет, как я узнал. Продолжаем наблюдать сегодня за погодой. И пытаемся поймать хоть какую-то, хоть локальную грозу. 21. Так, мы приехали на местную Адлеровскую набережную. И последний раз мы здесь были пару дней. Вот мы выходим всей семьей из машины. Опа! Офигеть, ну здесь и поливают. Молока, похоже, куча дождевые, но не грозовые. Отодвинь мне сиденье. Ё-моё, поливают. Очень неудобно, честно говоря. Это обалдеть. Обалдеть просто. Вот у нас облака касаются земли. Нифига не видно. Дождь льет как из ведра. Ветер дикий. Микропорыв вроде бы ушел. Да вот фигня. Вы офигеете, но я не снимал вам море. У меня телефон от влаги не защищен. Поэтому, ребятки, это круто, конечно, очень круто. В
Школа-то на Зужничьих. Я как будто школу и город там видел. Но грозу скоро обещают, так что мы ее 100% зачистим.